Израиль нанес удар по колонне, перевозившей по территории Сирии высокоточные ракеты для Хизболлы, сообщает израильская корпорация телерадиовещания. По данным корпорации, колонна с ракетами с точностью попадания 10 метров была разбомблена при попытке доставить боеприпасы с села сирийской территории в Ливан, сообщает MigNews.com. Ранее сообщалось, что после инцидента со сбитым по ошибке российским Ил-20 Израиль продолжил наносить удары по целям в Сирии. Кроме того, на прошлой неделе ВВС Израиля в ответ на обстрелы атаковали 80 целей в секторе Газа. При этом израильская сторона обвинила Сирию и Иран в причастности к этим обстрелам.